Биджей Бляшкович представляет. Hello guys, my name is Metal. И сегодня мы будем с вами проходить снова русско-турецкую войну, на этот раз за Россию. 18 раундов нужно для победы на 5 звезд и 39, чтобы эту миссию просто пройти. 500 единиц ядри изначально пойдет, нам 280 золота, 125 рабочей силы. Как видите, Россия тут не такая величественная и огромная, как была в миссии за Османскую империю. Поэтому нам придется не так легко, как вы бы могли тогда подумать. Итак, цели миссии. Ну, во-первых, надо удержать несколько вещей. Ну, во-первых, Крым с Севастополем. Вот этот порт. Вот этот городок. Так, с удержанием вроде все. Также надо захватить Яси с двойными гвардейцами. Бухарест с тайной линейной пехотой. И Стамбул с тайной гвардией. Плюс вторая бонусная миссия, которая активируется, будет после захвата порта с этим батлшипом. Давайте оценим наши силы. У нас есть двойная ракетница. Двойная гвардейская кавалерия Голицына. Это очень неплохо, это почти лассаль. Гренадеры. Тайная гвардия. Двойная хэви-артиллерия. Тайная гвардия Витгенштейна. Это тоже очень хорошо. Хэви кавалерии. Легкая пехота в двойном объеме. Ну тут кораблики, фрегат, батлшип, еще фрегат и приватер. Ну, а также тут еще двойная легкая пехота, двойная легкая артиллерия, двойные гренадеры. Ну и все, плюс у нас еще есть батлшип под командованием Синявина. Итак. Кого назначить лучше всего? На ракетницу, наверное, назначим Наполеона. А на эту пушечку Тейвеля. Так как у меня многие просят подсказывать генералов попроще, которые покупаются за медальки, аналогичным образом, я вам посоветую назначить сюда, допустим, Ермолова, а сюда Кутайсова. Он вообще в первом списке, дешевенький такой, но бьет очень неплохо. Так. Ну, на кавалеристов, наверное, назначим пока Мюрата. Плюс тут Суворов. Вот сюда вы назначите лучше всего Голицына, он тоже за медальки. А вместо Суворова можете, допустим, Удино, тоже из второго списка. Можете кого, вообще любого генерала со способностью Масфая. Это способность генерала переносить даже самые тяжелые повреждения, при этом атаковать с такой же силой, как и обычно. Итак, вы бы еще, наверное, заметили, что я бы тут на артиллерию назначил бы генерала, если бы обычная ситуация была бы. Но на этот раз нам нужен порт, и поэтому я назначу сюда Нельсона. Вы можете назначить, допустим, Чичагова, он в первом списке, очень неплохой. Или Ушакова. Из второго. Так. Ну все, наверное, с назначениями пока хватит. Поправляемся к ясям.
Так, Голицыным, наверное, сюда лучше подойдем. Тревелем будем бомбить Кишинев. Так, тут вот линию фронта устроим. Этих всех юнитов мы направим к порту, пожалуй. Потому что захват порта будет довольно проблематичен. Так, тут все, нужно хоть поменять. Ой-ой-ой. Поранили Наполеона. Придется нам ненадолго отступить. Но, к счастью, времени нам дают довольно много. И мы можем держаться. Плюс у нас тут союзники есть. Они, конечно, не очень сильные, но для того, чтобы поддержать врага, хватит. Вот так лучше. Итак, кораблик окружен сейчас будет. Турецкий. Все. Так. Можно еще кем-то походить. А вот, еще корабль. Опять Наполеона нашел. Ничего. Бесит уже, если честно, этот генерал. Лезет, куда ему не надо. Вот опять. Тут нам австрийцы помогают. Сейчас будет, скорее всего, битва за Дебрецен. Город приличного уровня. Это у австрийцев. У нас все будет немножко по-другому. Практически убили. Но все же не до конца.
Давайте сюда поедем. Тут мы будем плыть. Возможно, нам получится таким образом даже Стамбул захватить. При должном желании. Так, все, меняем ход. Корабли турецкие отвлекаются на гренадеров пока. В каком-то смысле нам везет с этим. Снова эти яси. Битва Коловрата с Милиновичем, которую Коловрат, скорее всего, проиграет. Все, вот этого мужика мы завалили, наконец-то. Теперь мы вот так подойдем. И будем их выносить. Все, первая цель наша. Тут мы можем захватить Кишинев. Ушечку не трогать. Глупо я сейчас, если честно, ход сделал. Надо было атаковать, наверное, бы это ушиб. Ну ладно. Меняем ход. Нам, наверное, надо будет еду улучшить. В паре мест, поскольку заканчивается у нас. Коловрата завалили. Вы тут поосторожнее надо быть. На наших юнитов уже нападают. Австрийцев мало уже. Поэтому надо уже пытаться что-то сделать.
Вот так пойдем. Тут можем атаковать, наверное, здание. Все, взрываем. Отлично. Огонь. Ну ладно, давайте не будем отвлекаться, такой бэтлшип. Батлшип получил серьезное повреждение и очень сильно нас беспокоить не будет. Генералы турецкие отвлеклись на австрийскую армию, что нам дает преимущество. Ну, с Уворовым мы, естественно, пойдем по пушкарям. Больше конюшен я что-то не вижу, кроме вот этой. Так что ее улучшим. Тут мы просто отлично подошли к неприятельским позициям. Гранат оказалось достаточно. Сейчас против нас очередной БТУшип пойдет. Будьте готовы к этому. Так. И обстреляем этот БТУшип. Все, меняем ход. Множество сил противника тут у нас будет находиться, поэтому будьте осторожней. Между тем, там седьмой раунд уже.
Вон город весов у нас есть, и это великолепно. Вот так теперь будет. Задержимся ненадолго Наполеоном и вассалем на этой позиции, поскольку сейчас будет штурм Яси, который мы отдать не имеем права. Великолепно. Пробегаемся мы потихонечку к самому Стамбулу. Тут нам придется бы то ушиб атаковать. Практически получилось. Меняем ход. Осторожно. Восьмой раунд. Тут прикупим охраны. Ну да, разберется со всеми бойцами. И здесь тоже охрану поставим. Небольшой отряд. Так как турки нас больше преследовать не будут, наша непосредственная задача теперь бить Батаушип. Ну и прикрывать корабли.
Можем гренадерами гранат покидать. Этому кораблю все равно уже задница. Можем его задействовать в бою. Все, меняем ход. Ай, Тревиль, осторожно. Вернемся сюда. Добьем этого Ненадовича. Отлично, мы Пловдив захватили. Я думаю, что тремя генералами вполне достаточно будет. Тут сражаться. Поэтому будем обороняться от Паши. Всеми оставшимися силами. Нет, не так. Так, пойдем. Еще кем-то походить мы имеем право. Видимо, это Голицын. Кинем ему гранат. Че, еще кем-то можно? А, да, бойцы тут есть. Ну, давайте лучше не будем ими рисковать. Самая малость нам осталась. Для этой победы. Так, ну это все равно уже умирающие корабли. Тут не страшно их потерять.
Великолепно, пробираемся мы теперь. К нашей цели. Ну, тут один одного хватит, я думаю. Добить Пашу теперь. Нет, тут рисковать, наверное, не стоит. Все, нет, не надо, Вича. Поразили мы атаку. Меняем ход. Паша еще один генерал пытается нас победить. Нам больше ничего не светит. Буквально один раунд нам остался для того, чтобы захватить порт. Примерно столько же нам останется, чтобы добить тут. Неприятелей. С Вологом давайте все-таки пойдем вперед. Тут купим еще охрану. Ну что еще можно сделать? Так, можно городок улучшить, стрелять тут, купить линейных пехотинцев. Сделаться с пошлой. Да и все, наверное. О, как отлично. Они на Пловдив купились.
Все, бонусный городок вроде бы наш. Паша убит. И с броневиками мы наконец разобрались. Все, можно хоть поменять. Давайте будем теперь Голицыным мы пульть. Так, у нас город Висыдов есть. Самого банального конника купим. Караджо убит. Ну а Пловдивом атаковать не станем. Все, 14-й раунд. И Голицын захватывает Стамбул. Вы заработаете 50 медалей в этом графе, в этой графе 23. Но с моих генералов можете использовать других, но эффект может быть намного другим. Качайте их через Айруб. На этом все, с вами был Дмитро. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всего доброго, увидимся завтра в следующей битве. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.